Всем привет, я Даник Борисевич, игрок команды Смоки Минск. Сегодня мы поговорим о броске сведения после ухода. На английском это звучит как one, two, dribble, pull up. Допустим, я получаю мяч. Защитник близко играет со мной, делая клоузаут вот так вот, против моего броска. Я в это время показываю телом, глазами, что я иду в проход, два шага, резко останавливаюсь и выбрасываю мяч в кольцо. Еще я во время прохода смотрю на ноги защитника. И все, дистанция имеется, я могу выбраться спокойно мяч в лицо.